Первым этапом будет создание общего контура при помощи карандаша Nix коричневого оттенка. Далее мы используем светлый тон помады Lip Lingerie. С помощью 5 и 12 тона помад серии Lip Lingerie мы создаем текстуру дерева, имитируя волокна дерева, трещины, а также места сруба. Используя ультрапигментированные кремовые тени, прорисовываем листья на лице. Используя другие оттенки данного продукта от NYX, закрашиваем верхнюю часть лица. Цветные подводки позволяют создать яркий элемент и подчеркнуть необходимые детали, а также контур лица. Розовым и красным оттенком в NYX прорисовываем цветок и сердце.
Используя синий, фиолетовый, а также желтый оттенок, рисуем цветок. Далее занимаемся созданием губ богинь. Верхняя губа будет располагаться на кончике носа, а нижняя сразу под ним. Позднее мы прочертим линию белым лайнером, чтобы сделать улыбку слегка приоткрытой. При помощи палетки теней от NYX подчеркиваем крылья носа богини, затемнив их сбоку и высветлив среднюю часть. Белым линером создаем серьги, а также декоративные элементы. Красим брови помадой для бровей от NYX и делаем взгляд более выразительным. Красим веки темно-коричневым оттенком. Нарисованные уголки с трещинками под глазами мы закрашиваем изумрудными кремовыми тенями. При необходимости покрываем результат нужным оттенком из палетки теней NYX. Используем джамбо-карандаш для закрашивания необходимых частей в черный цвет. В качестве альтернативы вы также можете использовать жидкую помаду от NYX Tone Alien. А мелкие детали можно аккуратно выделить черным карандашом для глаз. Финальными штрихами будут накладные ресницы NYX, немного пудры, а также зеленая линза.